Всем привет! С вами Сергей Кормилицын, юрист для IT и e-com бизнеса. Сегодня мы будем разбирать оферту Wildberries, покажу, на какие пункты обратить внимание, какие там существуют штрафы, ну и так далее, подводные камни для селлеров. Каждый селлер может найти оферту очень легко. Достаточно вот вбить оферта Wildberries, например, в Гугле. Первая ссылка вылезает, выбираем Россию, мы для России рассматриваем оферту, есть для других стран. И самое первое, вот написано актуальная оферта, можно читать или скачать ее, и дата вступления в силу. Если у вас, к примеру, штраф наложен до даты вступления текущей оферты в силу, то применяются те положения, которые были в старой оферте. И не буду заостряться на каких-то моментах, разбирать прям подробно оферту, тут смотреть какой-то предмет ее и так далее. Естественно, все это понятно, вы все можете прочитать. Я пройдусь только по самым важным. Первый пункт, который я отметил, это про порядок заключения договора. В разделе 2 написано, как заключается договор. Так как оферта – это некие публичные условия, то есть оферта – это не сам договор, это предложение заключить договор на определенных условиях. Вот, и здесь прописано, как он заключается. И вот в пункте 2 и 3 указано, что договор считается заключенным с моментом уплаты продавцом гарантийного взноса. То есть после того, как вы зарегистрировались на портале, заплатили гарантийный взнос, для вас договор считается заключенным, он вступает как бы в силу. Да? В четвертом разделе написано, как осуществляется продажа на Wildberries. Несколько пунктов, тут со склада продавца, со склада продавца без передачи товара. Ну, вы все это можете посмотреть, понимаете, как вы, каким способом продаете товар на Wildberries и, соответственно, какой из пунктов применять к своей ситуации. Вот интересный пункт 4 и 5 про один из способов продажи товара и про то, как передается товар. У нас был такой случай, когда клиент-селлер передавал товар Wildberries с помощью QR-поставки, то есть когда сканируется QR-код, там не подписываются никакие накладные, ничего, и через какое-то время товар отображается в личном кабинете селлера. И я вот этот пункт выделил как раз-таки для того, чтобы вы понимали, что сам по себе способ поставки по QR-коду может быть довольно рискованным, потому что как раз у нашего клиента товар просто потерялся. Условно, они закупили этот товар весной для того, чтобы продавать его летом, там одежда была. Вот. И только после многочисленных жалоб, после претензий о том, что товар утерян, в сентябре его нашли, но, естественно, сезон прошел и товар стал, ну, по сути, ненужным до следующего года. Так что будьте осторожны вот с такой QR-поставкой. В пункте 4.8 можете увидеть, какой должен быть остаточный срок годности для определенных товаров. Ну, то есть, например, если срок годности у вашего товара от 3 до 5 месяцев, то остаточный срок должен быть не менее 90%. Ну и так далее. Не будем здесь прям заостряться. Это для тех, кто продает продукты или какие-то товары, у которых есть срок годности. Пункт 4.9 тоже довольно важный. Тут указано про то, в каких случаях Wildberries может отказаться от приемки товара. Первое, это если вы нарушили срок передачи товара, если Wildberries не подтвердил план поставок, если нарушили какую-то обязанность по маркировке товара. Мы до маркировки, кстати, еще обязательно доберемся. Есть какие-то несоответствия по упаковке, например, товар запрещен к реализации. Или если там нет штрих-кодов, ну или каких-то, в принципе, идентифицирующих признаков по товару. Смотрите, есть очень интересный пункт 4.11. Звучит он так, что превышение коэффициентом проблемного товара, значение 5%, является основанием для блокировки личного кабинета. Чтобы понять его, нужно спуститься в пункт 11.6, что мы сейчас сделаем. Вот мы смотрим на пункт 11.6. И здесь указана формула, как рассчитывается коэффициент проблемного товара. Коэффициент проблемного товара равно ПТ, деленное на Т, умножить на 100%. И если посмотрим, что такое ПТ, это количество единиц товаров, которые за расчетный период, за неделю, были обнаружены повреждения, недостатки какие-то, некомплектность, или любые дефекты, по которым товар не может быть продан. Количество единиц делится на количество принятых покупателями, в принципе, единиц товара, и умножается на 100%. И вы получаете тот процент, по которому можете понять, могут ли вас заблокировать или нет. Соответственно, возвращаемся в пункт 4.11. Если это значение больше 5%, то это основание для блокировки личного кабинета. В пятом разделе у нас говорится про цену товара, какие-то расчеты.
Здесь на что можно обратить внимание? В 5.3 написано, что Wildberries вправе отступать от указаний продавца о цене продажи без согласования каких-либо скидок. Опять же, здесь не стоит пугаться, так как вам в любом случае должны перечислить деньги, которые вы указали как розничную цену. Да? То есть, даже если Wildberries применил какие-то скидки самостоятельно, он должен вам полную стоимость перечислить. 5.6, вот, кстати, очень интересный и такой спорный пункт для тех, кто судится с Wildberries. Там написано, что после того, как отчет размещен на портале, продавец может в течение 7 дней подать на него возражение. Есть такие две позиции судов на этот счет. Нужно ли подавать возражение или не нужно? С одной стороны, в договоре это указано, ну, значит, нужно договору следовать. С другой стороны, есть все-таки претензионный порядок определенный, да, и каждому селлеру, ну, сложно будет еженедельно отслеживать отчет на какие-то там нарушения, ну, можно просто не успеть, например, да, спорить штрафы, вот, или какие-то там подать замечания. Но у вас в любом случае есть возможность подать претензию. Я все-таки вот склоняюсь к тому, что для того, чтобы, например, оспорить штрафы, не нужно подавать каждый раз возражение на отчет. Достаточно подать претензию, где вы укажете, с какими отчетами и с какими положениями, да, с какими цифрами в отчете вы не согласны, и после этого можно обращаться в суд. Вот в пункте 5.9 тоже есть интересное положение, именно в подпункте 2, что Wildberries может приостановить вам выплату денег, да, ваших, которые вы получили за товар, если начинает проверку на предмет недобросовестного поведения. И что такое добросовестное поведение, в пункте 5.9.1 он конкретизирует. Можете почитать, это какие-то существенные несоответствия, например, характеристик товара, да, тому, что вы заявили в карточке, и тому, что, ну, фактически у товара есть. Например, установление какой-то слишком высокой цены. Тут вот есть обнаружение потенциальной взаимосвязи покупателя товара и сотрудника склада, или какая-то аномальная динамика продаж товара, да, не характерная для сезонности. В разделе 7 есть вот тоже интересный пункт 7.1. Он говорит о том, что Wildberries может в одностороннем порядке вносить изменения или дополнения в договор. В принципе, это довольно стандартный пункт для любой оферты. Он говорит о том, что оферта может быть в любой момент изменена, и вы как вторая сторона, да, принявшая оферту, должны сами отслеживать ее изменения. Естественно, могут какие-то уведомления приходить, оферта вывешивается на портале, да, измененная, она там может не сразу же вступать в силу. Вот. Но в любом случае вся ответственность об изменениях, да, если вы там не уследили и это как-то повлекло нарушение ваших прав, она на вас ложится, если, да, вы не отследили такие изменения. Переходим к самым интересным положениям в оферте. Основания для, как бы, отказа от договора или, ну, по сути, блокировки функционала личного кабинета или, в принципе, полного удаления селлера, да, удаления личного кабинета. 8.3 указано, какие основания есть для отказа Wildberries от исполнения договора. То есть, по сути, Wildberries, по каким причинам Wildberries может расторгнуть с вами договор. Первое – это отсутствие активности на портале в течение одного года. Это нарушение условий договора, которые указаны в пункте 9.9.3 оферты. Сейчас мы в них спустимся. И иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. Ну, тут не будем рассматривать, давайте конкретно смотреть то, что в договоре есть. Да? Вот мы видим, что удаление личного кабинета, пункт 9.9.3, осуществляется в следующих случаях. Это неоднократное размещение на портале предложения о продаже товаров, относящихся к запрещенным. Ну, по сути, те товары, которые продавать нельзя. Это совершение продавцом преступления, тут написано «в связи или при использовании портала». Ну, наверное, здесь можно говорить, если быть конкретнее, опять же, продажа каких-то запрещенных, наверное, товаров, вследствие чего произошло преступление. Какие-то другие преступления, я, честно говоря, не могу тут придумать. И третий момент, из-за чего может произойти удаление личного кабинета, это после того, как Wildberries проведет проверку и обнаружит действия, скажем так, да, которые влекут угрозу безопасности, жизни или здоровью покупателей. Ну, к примеру, вы какие-то там продавали товар, который там не сертифицирован, он потенциально опасен для покупателей. Ну, может быть, я не знаю, игрушки вы китайские продавали с содержанием каких-нибудь запрещенных веществ. Мы посмотрели, какие нарушения предусмотрены пунктом 9.9.3, из-за чего могут
в принципе, удалить личный кабинет. Коротко остановлюсь на пункте 8.3.1. Перенаправлять нас вот к предыдущему основанию для отказа от договора – это отсутствие активности на портале в течение одного года. Здесь Wildberries не сразу же удаляет личный кабинет или как-то блокирует вас, а направляет уведомление, да, которое, после получения которого вы должны предпринять какие-то действия. Ну, например, начать использовать, да, портал, торговать на нем. Вот. И если в течение 30 дней после получения уведомления вы не начнете использовать, то только после этого личный кабинет будет удален. Пункт 8.5, в принципе, один из последних, который мы рассмотрим. Дальше перейдем к штрафам. Он говорит о том, что если к Wildberries предъявят какие-то претензии, да, например, я не знаю, правообладатель, да, увидит, что его товарный знак используют на маркетплейсе, какой-то селлер, то есть нарушает, да, закон, он предъявляет Wildberries претензии. Вот, он, соответственно, Wildberries вправе, во-первых, передать информацию о вас, как о селлере, который нарушает условия, да, такому правообладателю, а во-вторых, потребовать с вас, если вдруг с Wildberries взыщут какие-то деньги, да, потребовать с вас возместить эти убытки. В пункте 8.9 написано, что все споры разрешаются в арбитражном суде Московской области. Ну, соответственно, поэтому все иски к Wildberries подаются именно туда. Еще несколько условий, которые важными донести. Вот в пункте 9.3.7 указано, что ответ на любые вопросы продавца не должен превышать 30 дней. На самом деле 30 дней очень большой такой срок для ответа. Я приводил пример с нашим клиентом, селлером, у которого пропали товары из-за QR-приемки. И пока там каждый раз ждешь ответа, ответ, естественно, обычно какой-то там такой странный, да, мы пока что делаем инвентаризацию, там смотрим, дождитесь, когда товары у вас появятся. Вот, срок может пройти очень большой, и, например, вы там либо просто понесете убытки, либо, в принципе, вам товар может уже быть не нужен, если это каких-то сезонных товаров касается. Пункта 9.4 начинаются моменты со штрафами, то есть все штрафы выделены в отдельное приложение, мы сейчас к нему перейдем, но в 9.4 тоже об этом упоминается. Тут про так называемый цифровой арбитраж, это, если объяснять простыми словами, это портал, сервис, да, на портале, где предусмотрено взаимодействие между правообладателями, там, товарных знаков, да, например, и, в принципе, Wildberries'ом и селлерами. Вот. И здесь описано про то, что необходимо делать, если поступил запрос правообладателя. К примеру, вы продаете товары под каким-то брендом, есть там другой бренд, который считает, что ваш товарный знак очень похож на его, да, или наоборот, вы там в наглую используете, к примеру, чужой бренд. Вот, соответственно, поступает какая-то претензия на портал, да, и вы должны дать ответ Wildberries'у и обосновать, вы, например, можете использовать этот бренд или не можете там его использовать. И, да, и, или почему вы его можете использовать. Если вы этого не сделаете, то вот я здесь выделил, карточка товара на портале будет заблокирована и будет взыскан штраф с вас. Какой штраф, мы скоро посмотрим. Вот 9.6.2 здесь тоже про манипулирование рейтингами товара. Это один из самых частых штрафов, которые накладывают на селлеров, да, за продвижение товаров, ну, так называемые самовыкупы. Не встречал случаев, когда блокируют кабинеты вот по этому основанию, но штрафы регулярно накладывают, конечно. Добрались наконец до штрафов. Они указаны в разделе «Ответственность сторон». Здесь есть отдельная ссылка, нажав на которую, можем увидеть, какие штрафы предусмотрены. Давайте сразу же и перейдем. На самом деле перечень штрафов он небольшой, ну, по факту, вот если очень быстро сейчас посмотреть, 26, ну, с подпунктами 28, да, получается, штрафов. Есть еще, вспоминаем, удержание, там какие-то затраты на логистику, пересчет и так далее. Вот, но конкретно штрафов 28 сейчас штук. Мы пройдемся по самым основным и распространенным. Вот самый первый штраф – это нарушение при размещении карточки прав третьих лиц. Это как раз-таки то, о чем я говорил, если вы используете в своей карточке чужой товарный знак, чужой бренд, чужие картинки, даже тексты, к примеру, если один в один, это тоже является интеллектуальной деятельностью, да, за это предусмотрен штраф 10 тысяч за одно нарушение. То есть, условно, использовали вы 10 чужих фоток, за каждую из них будет штраф 10 тысяч рублей, итого 100 тысяч будет. Второй пункт – это размещение на портале
товара запрещенного 25 тысяч за одно нарушение. Третий пункт очень интересный. Это если вы стимулируете своего покупателя оставить отзыв о приобретенном товаре за вознаграждение. Неважно, в карточке товара, в упаковке или где-то еще, если это будет обнаружено, то предусмотрен штраф 50 тысяч за одно нарушение. Вот пункт 7 очень интересный, как раз таки про штраф за самовыкупы. Он составляет 30% от стоимости товара, но не менее 100 тысяч рублей. На самом деле один из самых больших штрафов, который только можно предусмотреть, и условно он может накладываться каждый отчетный период. И если он, вы там делаете самовыкупы, да, ну, и Wildberries это отследит, то может набежать очень приличная сумма. Есть вот еще большой такой штраф 200 тысяч за то, что вы не проинформируете своих работников о правилах поведения на территории Wildberries. Я, честно говоря, не сталкивался с такими штрафами, но сам факт, что он такой большой, есть, уже вызывает какие-то опасения. В принципе, это основные моменты, которые я хотел вам рассказать. Все штрафы подробно вы можете посмотреть вот в этом приложении. Повторюсь, раздел 9.8 и пункт 9.8.1, там есть ссылка, где можно посмотреть все штрафы. Если у вас остались какие-то вопросы, какие-то штрафы я упустил, можете писать в комментариях, можете переходить по ссылке в шапке канала для того, чтобы записаться на консультацию или задать вопрос. Всем пока!